И всем привет, любимые подписчики! Сегодня у нас большая распаковка бумажных сюрпризов. Давайте не будем длить, начинаем. Первая коллекция у нас это вкусняшки. Давайте, наверное, возьмем зеленый пакетик. Теперь мы возьмем из коллекции пластыри какой-нибудь. Давайте, допустим, фиолетовый пакет возьмем. Дальше коллекция мороженое по месяцам рождения. Давайте возьмем такого тоже типа фиолетового. Дальше коллекция украшений. Ну, давайте возьмем наугад. Коллекция ММ 2 или Мёд Мистри 2. Давайте тоже возьмем наугад какой-нибудь. Ну, давайте вот этот. И коллекция лягушка и мухоморчик. Давайте какой-нибудь возьмем, ну, вот этот квадратенький. Такой миленький. Давайте же приступать к распаковке. У меня есть два каталога, маленький и большой. Наверное, сейчас начнем с маленького. Вот и сам каталог, вот такой бирюзовый, блестящий. Первая коллекция лягушка и мухоморчик. Давайте начнем распаковывать. Давайте уже начнем начинать. В этой коллекции у меня два листа. И в этом пакетике нам попадается лягушечка под номером 2. Достаем, смотрите, она такая миленькая. Божечки, она такая миленькая. Ладно, давайте уже начинать приклеивать. Под номером 2 у меня лягушка. И вот, дальше у нас коллекция Murder Mystery 2. Вот такой пакет. Начнем открывать. Здесь у нас попадается тоже под номером 2 наклейка. Сейчас узнаем, что это. Отковыриваем. И это у нас, видимо, пистолет под номером 2. Идем на коллекцию там, где у меня пистолеты. И приклеиваем на циферку 2. Следующая коллекция это украшения. Здесь есть лицо и рука, которую мы будем украшать. Такой пакетик. Разрезаем его, так как здесь нету открывашки. Убираем весь мусор и достаем оттуда заколочку в виде мороженки. Заколочку мы приклеиваем на волосы. Вот прямо сюда. Вот что у нас получилось. Давайте перейдем к большому каталогу. Вот наш большой каталог. И первый разворот это у нас от коллекции пластыри. Поэтому первым берем пакетик из коллекции пластыри. Открываем и нам попадается пластырь, на котором нарисована игра в настольный теннис. Как я понимаю. Убираем лишнее и приклеиваем. Куда попало, потому что это у нас коллекция без номеров. Следующая коллекция у нас это вкусняшки. Здесь есть три разворота, а вкусняшек наклеек здесь 8. Эта последняя страница нам не нравится больше всего. Давайте открывать. Берем пакетик из коллекции вкусняшки. Здесь вот такая вот шоколадка в зеленой обертке. Пробуем это раскрыть. Это чудо-юдо. И получаем отсюда вафельку, которая под номером 7. Такая красивая вафля. Давайте же сейчас ее приклеим вот именно сюда. Такая вафля нам попалась, а следующая коллекция это у нас мороженое по месяцам рождения. Вот такой вот у нас пакетик. На этой мороженке у нас есть вишенка и стаканчик дорисован с Hello Kitty. Давайте же откроем этот пакет.
которую невозможно открыть. И узнаем, что там. Я уже вижу, что это красное, так что, скорее всего, это мороженое под номером 2. Вот такое мороженое под номером 2. Я угадала. А после того, как наклеили, мы стерем этот защитный слой и узнаем, каким месяцам эта мороженка попалась. Там уже виднеется слово «апрель», и если приглядеться, то виднеется слово «июнь». Поздравляю, эта мороженка попалась именно вам, людям, которые родились в июне и в апреле. Давайте пройдем второй круг. Давайте здесь у нас с коллекцией вкусняшки возьмем голубой пакет. Сегодня у меня какое-то такое настроение. Давайте еще голубую лягушку. Да, такая тоже есть. Из коллекции пластыри тоже давайте какой-нибудь голубой, синенький. Ну и коллекция мороженки по месяцам рождения. Тоже давайте что-нибудь синенькое. Марда Мистери 2, они здесь одноцветные, так что выбираем, какой попало. И коллекция украшения то же самое. Ну что, давайте распаковывать. Начнем с большого каталога, так как он уже открыт. Берем коллекцию вкусняшки и открываем. Нам попадается такая пироженка в чашечке, типа вот пудинг с малиной, киви. И он сам шоколадный. В чашке это все, и она под циферкой 1. Очень много слов. Так как пудинг тоже достаточно красивый. Приклеиваем и открываем следующий пакетик. Дальше у нас мороженое по месяцам рождения. Такая голубая мороженка. Открываем и получаем вот такой вот какой-то сверток. Тут у нас пломбир получается. Это циферка 3. Следующая страница получается. Отклеиваем, приклеиваем и стираем защитный слой. Берем наш любимый пинцет, которым мы это все стираем, точнее его кончик, и смотрим, что у нас здесь получается. Уже видно слово «октябрь» и слово «май». Поздравляю! Эта мороженка достается именно вам. Вот такой пломбир, я думаю, вы его любите. И дальше у нас коллекция пластыри. Открываем наш пакетик. Открываем так, то, что у нас, конечно же, застежка оторвется. Достаем наш пластырь и смотрим, что у нас там попалось. Вот такая вот желтая наклейка. На ней написано «Дед Мороз». Елочка нарисована, подарки, ну, короче, новогодние. Маленький каталог у нас. Первая коллекция будет, как всегда, лягушка и мухоморчик. Открываем пакет. Смотрим, что там. Глаз оторвался. У нас-то получается такая вот лягушка с шапкой мухомор. И она у нас, видимо, под номером 3. Приклеиваем ее на номер 3. И смотрим, какая у нас лягушка смотрится в каталоге. Дальше Murder Mystery 2. Открываем пакет. Этот серый пакетик. И достаем оттуда вот такую вот красочную Годли. Как я понимаю, она уже под номером 5. Переклеиваем вот сюда. И тоже смотрим, как она у нас смотрится в каталоге. Вот такая вот у нас получается розовая Годли, меч такой типа, цветочки всякие и так далее. Дальше у нас коллекция украшения. Берем этот белый пакет и разрезаем. У нас здесь попались сережки в виде мороженого.
смотрим вторую сережку. Вот такие вот они малепусенькие. И прикрепляем их ей на ушки. Ну и приклеиваем вторую сережку. Смотрим результат. Такие вот тоже красивые розовые сережки. А на этом наш видос заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие распаковки и видео. Сегодня мы открыли достаточно много всяких пакетиков, наклеили очень много всяких наклеек. Так что могу с вами уже прощаться. Всем пока-пока!